Казахстане есть как минимум одна плотина, прорыв которой не стоит опасаться. Расположена она на реке Иртыш и входит в Бухтарминский гидроэнергетический комплекс в составе компании «Казцинк». Эта ГЭС уникальна благодаря особой технологии строительства, а теперь и масштабной модернизации. Наши корреспонденты побывали на объекте, куда не так просто попасть обычному человеку. На Бухтарминской гидроэлектростанции расположены 9 агрегатов, которые вырабатывают 2,4 миллиарда киловатт-час электроэнергии в год. Она и питает подразделение компании. Свою работу гидроэлектростанция начала 58 лет назад, а последние 21 год ГЭС в составе компании «Казцинк», благодаря чему гидроэлектростанцию можно назвать одной из самых передовых в мире. На сегодня как бы по модернизации вот с 97 года практически выполнена реконструкция основного оборудования, то есть это заменены были все силовые трансформаторы, заменены были силовое вспомогательное оборудование, тоже трансформаторы собственных нужд станции. Благодаря этому гидроагрегаты не создают сильные толчки, динамические удары. Замена рабочих колес с улучшенными энергетическими характеристиками позволила затрачивать меньшее количество воды на выработку электроэнергии. Мощность станции значительно выросла. Система автоматизированного управления гидроагрегатами соответствует последнему слову техники. Вот эта вся система автоматики сделана, она имеет возможность управлять дистанционно. То есть практически, если имеешь коды, можно с телефонного аппарата включить или отключить любой узел, генератор на станции. Но это как бы, естественно, она имеет свою степень защиты. Интересные факты о Бухтарминской ГЭС. В 50-х годах прошлого века при строительстве плотины впервые в СССР использовали особый вид бетона, называемый жестким. Спустя 40 лет анализ в независимых лабораториях показал, что прочность бетона за годы повысилась. Настолько, что в 2002 году плотину признали самой прочной в мире. Однако, несмотря на это, на ГЭС происходят регулярные государственные и независимые аудиты. Безопасность объекта – основной приоритет. Асем Караулова, Кирилл Ефремов, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.